Давай мамочке передадим привет. Давай. Диметра Олимпиада передает своей мамулечке в Подмосковье большой привет. Эта красавица зарезервирована и поедет жить в Подмосковье. Вот такое чудо. Поздравим мамочку с приобретением такой прекрасной девочки, шикарной красавицы, которая будет вас радовать. И удивлять. Вот такая вот красавица, лилово подпалый мрамор из питомника Костропола. В нашем питомнике подобраны правильно крови. Эта девочка дочь нашей Бажены и Роликса. А также она является внучкой Космоса Лилового, который тоже живет в нашем питомнике. А также она является внучкой Жасминки нашей, которая живет в нашем питомнике, является правнучкой нашего Филиппа, который живет в нашем питомнике, а также является правнучкой красавицы Мэри из питомника Элсми Голд, с которыми мы давно сотрудничаем, и у нас здоровые собаки живут от этих производителей. Пожелаем всего самого доброго и прекрасного, и пусть это чудо вас удивляет. Вот такая вот красавица радует. Вот такое красивое создание. Невероятное. Да? Торопитесь, из этого помета у нас осталось два мальчика. Короткошерстный, один прям гладенький-гладенький Эрмитаж. И такой под шерсточком дамский угодник Одиссей. Ой, такое нежное, мягкое-мягкое. И девочка Ница. Ну, не знаю. Давайте, ребята, так. Еще чуть-чуть, и она останется моей собакой. Люблю ее, не могу. Такое же она чудо балованное. Добро пожаловать!